Играют на музыкальных инструментах, поют, танцуют, преподают и активно принимают участие в культурной жизни округа. Работники культуры – разносторонние специалисты, которые ни минуты не могут жить без творчества. Валерия преподает вокал и танцы детям в двух домах культуры – в Чесцах и в Кубинке. Трудится на благо округа уже 7-й год. Профессия была, наверное, от Бога. Предначертано мне с 5 лет, я ушла в музыкальную школу на фортепиано заниматься. Ну и постепенно перешла на более интересное, наверное, вокальное искусство. В День работников культуры представители самых разных творческих профессий получают поздравления и заслуженные награды. Сфера культуры, она всегда с позитивом, с радостью. У меня такое ощущение всегда, что у каждого из вас есть какая-то внутренняя такая батарейка, которую вы иногда заряжаете. А заряжаете вы ее дома, потому что мы работаем, живем и все делаем еще и для того, чтобы наша семья, которая с нами всегда рядом, была счастлива. К поздравлениям присоединились и одинцовские активисты «Единой России». Все те, кто причастны к развитию существования культуры в Одинцовском городском округе. От всей души, от всех членов фракции «Единая Россия», которая сегодня присутствует здесь, хочу поздравить вас с наступающим праздником, пожелать вам счастья, здоровья, успехов, удачи и, конечно, развития культуры на благо Одинцовского городского округа. Преподаватели музыкальных и художественных школ, библиотекари и директора домов культуры. Именно они придумывают сценарии, организуют мероприятия и создают творческую атмосферу. Успешно работают и развиваются 109 сетевых единиц 40 бюджетных учреждений. Это музыкальные школы, школы искусств, концертные организации, дома культуры, театр, парки, библиотеки, музеи. Мы ведем очень широкую просветительскую и образовательную деятельность. Каждый год своим трудом деятели искусства организуют досуг для жителей разного возраста, открывают новые таланты и, конечно же, сохраняют культурное наследие. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».